На лесной опушке жил зайчик. Мама, можно я пойду гулять с друзьями? Конечно, можно, только не опоздай к обеду. Когда кукушка прокукует 3 раза, тогда беги домой, а то я буду волноваться. Зверята весело играли. Кукушка прокуковала 3, 4, 5 раз, а зайчик не услышал ее. И зайчик весело побежал домой. Ты опоздал. Я больше тебе с друзьями играть не разрешаю. Будешь сидеть дома. Зайчик обиделся на маму. Мама меня совсем не любит. Если бы любила, не стала бы наказывать. Зайчик убежал из дома в лес. Зайчика разбудила сорока. Бедная зайчиха, вчера ее зайчонок убежал из дома. Она всю ночь искала его под дождем. Теперь она тяжело заболела. Раз мама волнуется, она на меня, наверное, любит. Она же болела, потому что я убежал. Ей, наверное, сейчас очень плохо. Я ее тоже люблю. И зайчик побежал домой. Мама увидела зайчика и крепко обняла его. Как я рада, что ты вернулся, мой хороший. С тех пор мама и зайчик живут дружно. Зайчик понял, что мама его любит. И будет любить всегда, что бы ни случилось.